Рождественской ярмарки, новогоднего концерта и фейерверков в этом году в столице не будет. Премьер-министр Ион Кику заявил, что власти ограничатся украшением елей в центре города. Остался буквально месяц до начала зимних праздников. Не нужно строить иллюзий. Рождественской ярмарки не будет из-за пандемии. Мои коллеги обсудили это с мэрией. Она организует что-нибудь в сквере кафедрального собора. Нашим приоритетом должно быть здоровье. Пресс-секретарь столичной мэрии Василий Кирилеску пообещал, что план новогодних мероприятий обнародуют до конца четверга. Рождественская ярмарка в столице проводилась с 2017 года. Первые два раза на улице 31 августа, а в прошлом году в сквере Кафедрального собора. Ее организация обошлась почти в 12 миллионов леев, при этом большую часть средств выделило правительство.